Ну і Роман Дурнєв в нашій студії після Ані. Ну, жінці дали, пустили попереду. Романе, як? Я дійсно, ви дійшли до життя такого. Ви майстер спорту з бойового самбо, президент Федерації регіональної бойового самбо, волонтер. Ну, широкий спектр діяльності. І от спільна перемога, і от консалтинг, ви готуєте майбутніх наших сильних українців. Вы знаете, это скорее всего, что состояние души, потому что это для меня хобби больше. И я, когда, так сказать, для себя понял, что мне больше нравится людям дарить, чем получать подарки, начал заниматься и волонтерством, тем более, в 2014 году, все его прекрасно помнят, когда не существовало, начались наши реформы, не существовало ни милиции, ни ГАИ. Хочешь, не хочешь, приходило всем умнеть. У нас сейчас поменялась Украина, она изменилась уже, я думаю, навсегда. Потому что уже произошли те события, которых никогда не было за существование нашей державы. Поэтому уже будут, я думаю, другие украинцы, будут другие проблемы, будут другие задачи, потребности и так далее. Потому что мы же давайте не будем забывать о том, что у нас же появились инвалиды, ветераны АТО. Они же нужны кому-то. Их нужно обучать, нужно как-то, я думаю, скорее всего, что их в интернет направлении нужно, потому что у многих нету конечностей, и я думаю, что за монитором и за компьютером... Ну, мы как раз, я вам скажу, что мы спортом еще будем реабилитовать. У нас на Матвеевской Затоці, я как веслувальник, мала флотилия уже, має наша база там на Зеніті, каноє, байдарки и навіть академічні човни для тих, хто в кінцівки втратили. Ну, спорт, не это мені вам хорошо, казати, що це... Это все та, хорошо, но это для оздоровления, це тільки да, один момент. Для оздоровления, да. Но у нас у всех, в том числе и у вас, есть один большой недостаток для определенных людей. Мы хотим кушать периодически. Так. Мы имеем тело, и за этим телом... Це не, ну, я вважаю, це недолік для тих, хто над нами догори ногами, вони вважають, що, ну, як їх прокормити? От всі ну, хочуть їсти. В тому-то і ситуація, що ніхто не хоче признати определені речі. Ми повинні просто отак от прекратити розбиратися, хто прав, хто виноват. Ми повинні признати, що є бідні і багаті. Ми повинні зрозуміти, що середня прослойка все становиться менше і менше. Тим більше, я думаю, що у кого є можливість, вже виїхали, у кого буде, теж виїдуть. Тому що багато людей, які дивляться телевізор, тому що державних каналів дуже багато, і на самом деле, правда, мало хто говорить. Каждый... У нас мало державних, це ж все приватні. Знаю, поэтому каждый подает информацию так, как считает нужным, и каждый же, естественно, и распоряжается и так же, как считает нужным. А из-за того, что у нас большая проблема в населении с грамотностью, с безграмотностью, точнее, знаешь, да, естественно, многие ее воспринимают не так, как бы должны были принимать. Тем более люди, которые менее развиты в определенных направлениях, у них потребностей меньше. Покушать, извините за выражение, сходить куда надо после еды, поспать, понимаешь. И сейчас появилось у некоторых новое. Еще повоевать или позаниматься волонтерством. Потому что не для всех секрет, что есть люди, которые в подразделениях делятся на категории. Одни воюют и спят, другие стирают, гладят, пылесосят. Наоборот, это хорошо. Потому что даже если ты находишься здесь, в Киеве, главное, что ты должен всегда помнить, что в твоей стране тяжело идет какая-то непонятная ситуация, ее называют АТО. Но мы понимаем о том, что это полноценная война. Неполноценная, без авиации, по крайней мере, слава богу, без химического оружия. Я думаю, до этого не дойдет. Просто, как в начале Роман, передачи кажется, за Трампа... Роман, кажется, с знанием справы все бывал и в Пицках, и всюди, и робив автотранспорт для того, чтобы доставлять поранених, и знает цену тому, что говорит. Отже, волонтеры... Знов-таки, нехай наображаються, це святе, але деякі – це спосіб життя і спосіб заробляння грошей. Ну, як би нам би не хотілося смотреть, ну, це чиста правда в нашого времени, так сказати, Паш. Тому що многие, да, це воспринимають як роботу. Може бути, це і хорошо, тому що у нас по законодательству ти 20% можеш в трудовий фонд з любого фонду собі оставити на... людей, на бухгалтеров и тому подобное. Но есть же люди, которые не берут себе 20%, а 80% отдают тем, кому нуждаются. Есть же люди, которые 80% забирают, а 20% отдают. Естественно, у нас же проблема вся в государстве не в том, что кто-то что-то делает не так. В первую очередь у нас проблема в том, что нету правильного органа наблюдательного, который бы действительно делал какой-то, назовем его так, спрос. Вот, например, провинился ты перед государством, к тебе приходят и говорят: «Здравствуйте».
Давайте познакомимося. Так у нас же стільки їх уже, по-моєму, 7 таких організацій. Зараз б'ються 2 організації. Генеральна прокуратура і НАБУ б'ються з депутатським цим, як він називається, регламентним комітетом, який їх поплюжить. Ну і ви праві в тому, що треба контролювати. Але ж Міністерство оборони, маючи величезний бюджет, а де їх логістика? А спеціалістів там дуже. От ми зараз перечислили якісь, так сказати, я їх називу організації, я не називу їх навіть органами. Органи мені дозволяють язик назвати, тому що дуже багато недоработано. Я повторюсь, виходить, для одних закон є, для інших – ні. І це вже пора признати. Хто-то може дозволити собі п'яним їздити за рулем і збивати дітей на остановці, і якоби автомобіль украли, і все нормально, якийсь, наприклад, чиновник або тому подобне. Понимаєш? А для обикновеного чоловіка це пожизненне заключення. Поэтому все это прекрасно понимают, и мы должны пересматривать все от и до, начиная от сержанта, образно говоря, и до генерала. Потому что остались специалисты не сильно высокого уровня, особенно военные. У нас-то войны никогда не было, армию разворовали, тут раз война. Паркетники все были. Не, ну сюда. Как ни крути, дело не в паркетингах, не в паркетнике. Мы живем в Запорожье, шутки шутками, все же помнят, как горели склады. Так. Весь мир об этом помнит. И сколько складов погорело. И, шутки и, шутками. И кто виноватый, так и не з'ясували. А у нас всегда так. У нас, я когда жил за границей, например, уже там наконец-таки люди поняли, что нельзя, правительство не может от своих людей все время прятать вину. Правда? Нет, так. Я назову так, вину своих, так сказать, работников. Вот назовем, например, милицию и тому подобное, и другие органы. Это ж работники, они ж работают на государство, правильно. Мы платим налоги, так. Они живут за эти налоги. Нужно это все пересматривать вот и до. Должны быть нормативы, должно прохождение психолога, должен детектор лжи быть обязательно. Ведь вы идете служить народу, так это назовем, вам бояться нечего, вам не нужна недоторканность дипломатичная, потому что она вам просто не нужна. Если вы идете искренне отдать свою жизнь и посвятить ее Украине, потому что Украину можно любить по-разному. Я бы тоже мог любить Украину, например, с берегов Таиланда. И в Фейсбуке просто написать, как я вас люблю, вы такие хорошие, всем привет. Я могу любить и Украину с Европы. Я жил в Европе. Ее можно любить с Израиля. Ее можно по-разному любить. Но если ты выбрал для себя путь, что ты хочешь ее любить внутри своей страны, и меня то, то будь готов сам меняться. Это в первую очередь. Во-вторых, если ты отдаешься народу Украины, надо вводить обязательный закон. Что и после покидания своего поста на протяжении 3 лет ты можешь попадать под спецпроверку, которая придет и спросит, куда ты положил бюджетные деньги. Будь любезен, люди интересуются. Тебя люди выбрали, тебя поставили. У нас же где самая вредная работа? Вот давайте с вами разберемся. Где? Не на химии, не на печи у Столивара. Нет. Самая тяжелая работа в Верховной Раде, где они получают бедняги копейки, ездят бедняги на поломанных автомобилях. Да, и вот я смотрю, например, читаю Facebook, они бедняги каждый день там пашут. Да я уверен, завтра, если мы им вход платный сделаем, они тут ходить будут. Будут, потому что они там ничего не делают практично. И каникулы у них такие. Дело собі а я, например, не считаю, такі. Що вони не роблять. Я считаю, що вони там работают і до 7-го пота. Я в этом даже уверен. Но на кого вони работают і для чого вони работают, это другой уже вопрос. Работаєш ли ти для народу України, или ти работаєш для себя і на себя? Потому что я, например, очень счастлив, что у меня такая власть на сегодняшний день, потому что мне хотя бы не стыдно за границей. Объясню почему. Потому что только в нашей стране 10-летние дети могут придумывать миллионные схемы, где они благодаря своими мозгами зарабатывают сразу миллионы. Ведь это наши украинцы придумывают, и наши дети. Да, дети, естественно, эти вундеркинды все почему-то именно от этой прослойки населения. Но это хорошая на самом деле прослойка. Ничего мы на самом деле не заберем назад. И ни облэнерго, и ничего мы не заберем. Нужно с этим смириться. Все равно олигархи, как мы и разговаривали, и богатые люди доведут до конца то, что они хотят довести. Только вот страшно каким путем. О, и страшно, что вот будет, это вот если мы утерпеть урветься у людей. А для того, чтобы довести нашу страну до хорошей концовки, на развитии страны зарабатывать, нужно работать. У нас мало кто хочет работать. Работать системно. Подбирать специалистов, открывать специальные государственные центры по выявлению умных украинцев.
которых мы будем растить, воспитывать и потом ставить на какие-то должности. Потому что мы привлекаем со всего мира. Грузинов привлекли, тех привлекли, тех привлекли. Я не против, я не против там поляков и многих. Я не против, но поехать правильно, по обмену опыта к ним поехать, поучиться, через полгода приехать и возглавить здесь, именно чтобы украинец относился к своей земле как украинец. Мне очень сильно понравилась, например, позиция евреев, хоть что бы мы там про них не говорили, у меня всегда о них хорошее, четкое мнение. Вы же просевали, я там жил, я там жил, я знаю точно, что они уважают свои корни, они могут вот так вот ехать, я был очень поражен, на светофоре остановиться, сигнал специальный у них срабатывает, они выходят и кланяются тем предкам, которые защищали. И они, мы все знаем чуть-чуть историю, поэтому там очень серьезные были танковые сражения, как ни крути, их 6 миллионов и сдерживают 300 миллионов вокруг себя, они хотят умирать евреями, что бы ты ни делал. Так же самое мы должны научиться. Мы становимся другой нацией. Мы становимся более жесткой, более сильной нацией. И мы должны понять, что если мы хотим умирать украинцами, жить в Украине и строить Украину свою изнутри, то нужно менять определенные законы. Потому что без изменения этих законов это будет вечный круговорот. Вечный. Никогда мы от него не избавимся. И никто нам не поможет. И вот это истина. Никто нам не допоможе, кроме нас самих. И сегодня и Анна, и Роман показали нам точку зору тих, на кого ми сподіваємось, молодого покоління, яке вже не знає, що таке совок, і не простягає руку, і не чекає, що все одразу прийде. Ну, будемо продовжувати цю тему. Зараз будемо говорити про те, на що здатна наша і Міністерство оборони, і наші Збройні сили, і оборонна промисловість. А вам, Романе, я дякую. Успіхів. Спільна перемога. Спільна перемога, всіх в якій побідім. Ми всі беремо участь. Допоможе нам, це об'єднана ідея. Не перемикайтеся, за хвилину продовження.